Всем привет! Вы на канале Виктория Элит. Пока что у меня Максимка спит, мне есть лишний час, чтобы привести свой коридор в порядок, потому что после переезда я до сих пор никак им не займусь. Теперь я еще хочу, у меня прям загорелись желания, силы. И что я хочу сделать? Сначала хочу с вами немножко поговорить, потом быстренько вместе с вами заниматься, тихо, молча. В общем, хочу здесь перекинуть сюда всю верхнюю одежду. Наверх, возможно, сложу обувь. У нас стала проблема то, что у нас не было... Сейчас, подождите. То, что у нас была сломана штука для рейлинга. У меня Рома на днях, получается, сам смастерил такие две штуки. Ну, я очень рад, потому что теперь она будет не выпадать, теперь она будет классного качества, и теперь я могу не волноваться, что все отлетит нахрен. Здесь у меня совсем немного какой-то мелочи, и здесь у нас Wi-Fi. Он тут просверлил, насколько у него получилось. Сейчас будем все мыть, и наконец-таки я дождалась. Можно будет всем этим заниматься. Аккуратненько, тихенько, там какой-то у меня текстиль лежит. Здесь я хочу сделать свою косметику, здесь я хочу сделать шапки, шарфы. Здесь хочу сделать 2-3 полки для обуви, потому что обувь нам нужна. Строительные вещи хочу сложить сюда вниз, где сейчас лежат вещи. И наконец-таки у меня здесь вот такой скромненький уголочек с инструментами. Здесь у меня вещи, которые я хочу отдать, но никак не отдам, потому что, ну, как бы мало еще набралось, поэтому особо нет. Вот эту штуку я, скорее всего, сегодня выкину. Это для обуви была из Фикспрайса. Я здесь какую-то обувь положила, но я понимаю, что, ну, это вообще не алло. Она вот так вот возьмешь ее, она вся сломается. Поэтому сейчас переложу в нормальный какой-нибудь бокс или коробку, там, походу, определюсь. Но мне вот это вот дело совсем не нравится. Еще я сейчас перестирала всю обувь у нас дома, все куртки детские две перестирала, чтобы чистенько сложить в шкаф. И здесь у меня вот эта вот штука постоянно бесит, потому что у меня здесь куртка без ярлычка, без капюшона, и поэтому приходится и так кидать на штукатурку постоянно. Здесь я хочу, чтобы были просто сумки, пакеты, я не знаю, что за пакет. В общем, здесь приходит муж постоянно с работы, постоянно все сюда кидает. Я хочу это место максимально разгрузить, чтобы здесь были одни сумки. Надеюсь, у меня это получится. Пожелайте мне удачи. В принципе, у нас здесь все в порядке. Нам мешает только лист гипсокартона, который, скорее всего, завтра, если будет время, у меня муж им займется и сделает нам вот это вот дело, потому что он у меня уже начал здесь что-то обшивать, что-то, короче, хочет гипсокартоном зашивать, чтобы не шпаклевать и чтобы убрать куски дерева, которые сделают вровень это все дело. Тоже полезно. И вот эту вот штуку можно спрятать будет кое-куда. Это каркас на полутораспальную кровать. Она у нас в разобранном виде и особо не мешает. Поэтому не видим ничего плохого, то, что она есть. В общем, погнали. Меньше слов, больше дела. И быстренько займемся с вами домашними делами. Yeah.
Ну что, обувь не закончена. Посмотрим потом, как будет. Надеюсь, нам места хватит. То, что вещей у нас, конечно, очень много. Этих спортивной обуви у нас очень много, поэтому что-то, конечно, уйдет на хранение, потому что летнее. Посмотрим потом завтра, как будет все это встанет. На первое время результатом я очень довольна, уже стало намного лучше. Надеюсь, нам хватит вот эти полторы полки еще. И, как я и хотела, вот это место освободилось. И здесь всегда храню ноутбук, потому что, не дай бог, дети и так далее. Девчонки, я дождалась. В итоге снимала распаковку. Извините, пожалуйста, у меня кадр удалился. Это просто какой-то кошмар. В общем, решила переснять и хотела показать то, что я сделала заказ с магазина, интернет-магазина Арктика. Это магазин, который производит, российский магазин, который производит термосы, термокружки, термосумки, какие-нибудь ланчбоксы. Это очень крутой магазин. Там есть все на вкус и цвет, на объемы. Абсолютно разные модели. И я, когда последний раз гуляла с детьми на улице, мы так дико замерзли, что я прям мечтала о термосе, прям мечтала взять с собой кофе, горячий шоколад, какой-нибудь какао и взять их просто согреваться на улице. В итоге дождалась. Вчера привез курьер посылку. Мужу я заказала, он сам себе выбирал черный термос на 1,6 литра. То есть он самый простой, самый обычный, но в то же время... Он очень крутой, потому что он держит холод до 40 часов. Это представляете, как классно? Либо теплые напитки, либо холодные. Сейчас я открою. Здесь в комплекте идет сразу накладная крышка, из которой можно пить. Это тоже очень удобно. Он выбрал черный цвет. Там огромное количество цветов. Есть зеленый, есть синий. Мне зеленый понравился. Такой болотный военный цвет. Но он захотел черный. Есть серебристый, есть белый. Все очень быстро просто открывается. И, в общем, вот она, вторая кружечка наша. Вот, представляете, можно из двух пить, как вам удобно. Все закрывается как бы на пробку. То есть это тоже очень удобно. Они сразу все продумали. Мы уже одним видом термосов, сейчас чуть попозже покажу, пользуемся. Мы супер довольны, особенно мои дети. Здесь идет такая прорезиненная штучка, чтобы в любом случае ничего не протекало. Как всегда, нержавейка дно. И очень толстый, очень такой тяжеленький, увесистый. Чувствуется, что он прям добротного качества. Своим детям я заказала Юрке голубой, а Максимке тоже голубой, но с акулами. Это у нас City Rem, по-моему, если не ошибаюсь. Да, City Therm. Мне очень понравилась модель, потому что для детей, мне кажется, супер удобно. Там есть объем 0,5, 0,4 литра, я выбрала 0,5. Вот так они выглядят. Юрка уже 2 дня пользуется, пьет отсюда водичку, ему очень сильно нравится. И она очень легко открывается, то есть он разобрался, все просто, понимаете? И просто как из паильника пьет ребенок, и мне очень понравилась эта идея, потому что из бутылочек, ну, уже поздно пить. А из таких паильников, мне кажется, это очень классно. И просто отвинчивается крышка. И все просто моется, все просто... достается и чистится, не проливается, по крайней мере, пока что пользовалась. И есть там дополнительные, идут в комплекте дополнительные насадки, чтобы, если что, поменять. В итоге мне очень понравилось, как это все выглядит, как это все, цвет такой soft touch классный, прям Юрчику очень понравилось. И Максимке тоже взяла такой с акулами, там очень много разных цветов, очень много всяких дизайнов, есть просто однотонные, есть... ну, разные есть, вот такой гладенький, видите, из одной серии они абсолютно разные. И вот этот термос, он держит до 4 часов, если не ошибаюсь, теплоты и холода. Я думаю, что если в садик или куда-то там будем отправляться, обязательно буду брать. Себе я выбрала термокружку, потому что я хотела что-нибудь такое попробовать, потому что я хотела то ли дома, потому что, знаете, с детьми как? Сначала... заварил себе чай, кофе, уходишь там на целый день, и потом приходишь, он холодный. Мне эта тема не нравится, плюс с собой брать я не хотела сильно что-то громоздкое, поэтому я взяла такой.
И мне он очень понравился для ценителей кофе. Зацените, если что, нажмите на паузу, почитайте. Вообще на сайте есть полная информация всего, что я заказала. И, в принципе, всего информация. Я заказала себе такой красный, не захотела белый, потому что там был белый, прям белый-белый и черная крышка. Но я подумала, что, ну, блин, не хочу я все белое как-то. Надоедает, оно скучно становится, поэтому там еще черный, что ли, такой был. Цветов очень много. И здесь получается не паильник, а вот видите, как все плотно закрыто. Здесь просто вот такая дырочка, из которой пьешь. И мне он, я еще его не пробовала, но мне он с виду очень понравился, очень классно выглядит. Но кофе пока еще не пробовала пить, хочу в прогулку его взять, а дома как-то уже не особо хочу. Вот такой у меня был заказик, и вместе с заказом положили маленькое ситечко, чтобы заваривать чай, и сразу вкладется вот в крышку, допустим, сюда, и можно чай здесь заваривать листовой, тоже носить с собой, тоже очень удобно. И спасибо за подарок. В общем, от души советую этот интернет-магазин, если вы ищете термосы, если вы хотите гулять с семьей и наслаждаться осенними холодными или зимними вечерами, потому что на прогулку, мне кажется, взять куда-нибудь в поход, это прям необходимая вещь, или просто вот до садика дойти, то же самое в коляску сунул, поставил и пошел. Мне кажется, это очень удобно, и интернет-магазин от всей души советую. Там цены, можно сказать, такие же, как в Магнит Косметик, на термосы, но количество ассортимента просто огромное. Разные количества миллилитров, разное количество литража, разное количество вот таких вот дизайнов разных. Очень мне понравилось. Да, все приходит вот в такой коробке, и здесь вместе с этим совсем идет вот такая вот полиэтиленовая бумага. Коробка не помялась, ну, в смысле, она помялась, но на качество товара это никак не повлияло. Здесь спасла вот эта вот штучка все дело. Здесь очень много. Короче, оставлю ссылку в описании. Вы сами посмотрите, что вам будет удобно. Здесь термосумки, чего только нет. Ланчбоксы, термосы. Вот видите, какой зеленый красивый. Серебристые есть разные. В общем, заглядывайте, кому будет интересно. Ссылку оставлю в описании. Вообще обалденные какие. На. Прям с кружками есть наборы. Как вам удобно. В общем, могу посоветовать этот интернет-магазин 100%. Спасибо. Девчонки, только посмотрите, какая это красота. Кто меня давно смотрит, тот знает, что я всегда готовила толстые блинчики, прям вообще жирные-жирные. Сейчас я подумала, что-то мне не хочется. Хочется что-нибудь новенькое, хочется что-нибудь вкусненькое на завтрак. И я полезла в интернет смотреть, как приготовить тоненькие блинчики. Блин, девчонки, это просто кайф. Просто обалденные, такие тонюсенькие, совсем не жирные, такие классные, и я этот рецепт 100% буду повторять. Мне потребовалось 3 яйца, 3 столовые ложки сахара, щепотка соли, все смешиваем, стакан муки, стакан молока, стакан кипятка. И в итоге такая красота получается. Нам приятного аппетита, это просто загляденье, девчонки. Мне кажется, у меня дома наступила масленица раньше времени. Короче, я к ней готова и будем кушать. Нам приятного аппетита! Memory.
can almost see it. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind worked backwards just for a minute, I'd hold on to you before the memory's gone. I remember you. You lift my spirit. With you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you. You make me stronger. Can't go without it much longer. Remember. Девчонки, это был кулинарный эксперимент, который провалился просто пополам, потому что не повторяйте моих ошибок, никогда не делайте кексы в микроволновке, потому что у меня они по моему рецепту вообще не получились, я их передержала, по вкусу они как камень горелый, поэтому если вы делаете даже такую штуку, то обязательно растапливайте предварительно растительное масло, почему-то, ну в смысле сливочное, почему-то я об этом не подумала, а надо было бы все-таки это сделать, поэтому получилось вообще как-то все неправильно, невкусно, никому не понравилось. На самом деле я немножко приболела, поэтому прошу вас не злиться, что у меня влог сегодняшний такой маленький, коротенький. Все равно я сделала что-то полезное, я считаю это хорошо. И решила хотя бы в озвучке вам об этом сообщить, что я себя чувствую не алло. И хотя бы, чтобы вы понимали, что и как, и почему, и где, и что. Надеюсь, что скоро я поправлюсь и уже буду чувствовать себя немножко лучше. И на этом я буду с вами прощаться. Всех обнимаю, всех целую. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.